Приветствую, друзья! Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова и записываю сегодня видео, как я вывела свои первые денежки, дождалась наконец-таки, из проекта Wise Deposit. Вот как раз мне такое окошко светится. Вы получили выплату на Pair в размере $19 USD. Итак, посмотрим. История операций. Сегодня 22 декабря я получила $49. 30 я реинвестировала, потому что я строю закольцовку. Об этом чуть позже. И $19 я вывела на свой Pair кошелек. Вот мой Pair кошелек, $19. Сегодня вот от Wise Deposit, Ира Бизнес мой логин. Пришло мне оповещение от Pair на почту, что пришло мне $19. Когда я пришла работать в этот проект, я абсолютно ничего не знала, как тут чего работает, что здесь есть рекламный режим и так далее. Потом я уже за 2 месяца разобралась и начала строить свою закольцовку. Еженедельно я вношу по $30. Вот у меня будет уже с марта месяца выплаты еженедельные. Вот смотрите, выплата сначала $30, потом $40. То есть 30 вношу, 8 в плюсе, потом $10 в плюсе, потом $15 в плюсе и так далее. Все больше, больше, больше. И в итоге мы придем, сумма будет у меня $100, потом 150 и так выше, выше, выше. Но так как сначала я не разобралась в проекте, у меня вот такие вот пустоты образовались. Вот здесь 2 недели пустых будет, потом 3 недели пустых, потом 4 недели пустых. Но уже с 16 марта у меня идет все стабильно. Я строю закольцовку и уже буду выходить спустя 3 месяца на пассивный доход. Еще скажу, что за несколько дней до моей выплаты мне дали промокод к моим вкладам. Конечно же, я их потратила. Это было $2.5. Я сделала новые депозиты. И промокод у меня автоматом туда вписался. То есть $2.5 я уже не свои вкладывала, а те, что мне подарили, что очень приятно. Плюс с партнерки вы будете иметь 10%. Партнерка здесь несколько уровней. О ней рассказывать не буду. Знаю, что приглашаете, получаете 10%. Всего лично приглашенных у меня 13 человек. В структуре ниже первого уровня 3. И начислено с первого уровня 2 тета. ТЭТ – это внутренняя условная единица Wise Deposit. Так что будем работать. Всем хороших заработков. Пока-пока.